Минутка знаний от доктора Яны Березовской и Анастасия Кравцова. Привет! Здрасте! Во время беременности девочки ходят, конечно, в салоны, и многие спрашивают, можно ли наращивать ногти и делать вот эти искусственные ногти во время беременности. На самом деле при беременности качество ногтей, конечно же, улучшается, но если вы хотите иметь ногти получше или, скажем, более стойкие, то это не противопоказано, и специалист вам об этом скажет. Девочки, если вы привыкли к нарощенным ногтям, вы продолжаете делать то, что приносит вам удовольствие и улучшает ваше настроение. Главное, при выборе мастера и также салона, обратите внимание на очень качественную и хорошую вентиляцию, чтобы запахи эти вы их просто не дышали и не вдыхали. А то, что будет на поверхности ногтя ваш, эта прослоечка, она, возможно, будет служить вам именно даже барьером от всяких агрессивных средств, таких как жидкость для мойки посуды и так далее. Так что будьте красивы.